Открытие новой набережной Когалыма – это не просто еще один туристический объект, а эксклюзивное арт-пространство под открытым небом. В 2020-м идея возвести в городе подобный дизайнерский ансамбль победила в 4-м всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды. В процессе строительства росли и ожидания, которые оправдались на все 100. Открывали набережную северными ритуалами на удачу. В Когалыме абсолютно праздничное настроение, потому что город, который уже называют культурной столицей Югры, станет еще культурнее. Торжественное открытие набережной происходит прямо сейчас. За моей спиной горожане загадывают желание. Это давнишний северный обряд. И давайте спросим, что здесь происходит. Скажите, а что вы делаете? Желание загадываем. Это хантыйский обряд, да? Что, и что, много-много, товарищ ведущий, тут уже желаний? Конечно, полгорода уже, я думаю, каждый. Даже на расстоянии, я думаю, можно загадать желание, смотря вот телевизором. Мужчина, что загадали? Ну, свое, личное. Личное, да? Открытие набережной – это то, чего уже жители Когалыма ждали последние пару лет. И давайте прямо сейчас спросим. Скажите, часто здесь будете бывать? С детьми обязательно выйдем. Как вам вообще новый объект? Нашего города. Город очень давно ждал открытия этой набережной. Ожидания оправдались ваши? Я со Ставрополья, и поэтому красота неописуемая. И очень рада, что внучки здесь будут радоваться всему. Площадь новой набережной 6000 квадратных метров. Дизайнерский ансамбль состоит из экотроп, беседок, веревочного парка. И все это в этническом стиле. Поэтому без ударов национальный бубен не обошлось. Такое почетное право предоставили главе Когалыма Николая Пальчикова. Три раза! Итак, дорогие друзья, я думаю, бурными аплодисментами нам нужно поддержать наш очаг. Много мыслей, много планов по поводу продолжения этого объекта, дальнейшего строительства и соединения вместе этнодеревни. Я уверен, что все это получится у нас. Каждого человека согревает чувство одиночества Родина, а Родина начинается в городе, в котором мы живем, и в том, что новая набережная будет согревать жителей и гостей культурной столицы Югры в любое время года. Сомневаться не приходится. Никита Рогозин, Михаил Суханов, специально для новостей.